Они совсем растерялись. Растерялись, как малые дети, потерявшие руку отца. Было ощущение, что вчера еще так уверенно стоявшие на ногах, имея точкой опоры своего божественного учителя, сегодня, сейчас, в эти минуты, они с удивлением и тревогой теряют чувство равновесия. Земля буквально уходит у них из-под ног. Как же теперь? Как же теперь быть? Что они должны делать? Как поступать? За кем идти? Еще вчера он решал все их вопросы, брал на себя все заботы. Но теперь... Но теперь его нет. Они растерянно смотрят друг другу в глаза, и каждый опускает взгляд, не зная ответа. Он велел нам быть в Иерусалиме и ждать. Ждать ответа на главный вопрос: что дальше? Он велел им быть всем вместе и ждать. 3 дня. Эти 3 бесконечных дня, наполненных сомнением, тревогой, почти отчаянием. И вдруг первая весть. Его видели воскресшим. Мария Магдалина, Петр, Иоанн, вслед за ними и другие по одному, и вот уже все вместе. К ним возвращается чувство надежности, защищенности в контрасте с пустотой, чернотой этих дней одиночества. Его возвращение вызывает восторг, слезы радости, оптимизма. Но вдруг через 40 дней он опять уходит от них. Почему, Господи? Господи, зачем ты снова оставляешь нас? Так должно быть. Если я не уйду, не придет Утешитель, Дух Святой, который научит вас всему. Но я буду у вас снова и уже навсегда. И тогда вы уже не спросите меня ни о чем. Вы будете наполнены истиной в духе. Аминь. Когда уходит старец, не умирает, уходит. Уходит в горнее, тогда в учениках бывает легкая растерянность, по крайней мере, в первые минуты. Вдруг остаться без того, кто решал всю твою жизнь, кто держал тебя за руку нежно, надежно, кто любил тебя так, как кажется, больше никто не сможет полюбить. Его нельзя заменить, потому что он был единственным для тебя.
Все понятно. Ведь видно же было, как он старел, угасал. Мы предполагали его уход, что когда-то это произойдет. Но сейчас, в эту минуту, Геронда, старец, не молчите, пожалуйста. Я не могу вынести ваше молчание, Геронда. Эта тишина громче любого набата. Как она печально тяжела, невыносима. Но вдруг на самом пике, на самой критической ее точке, вдруг звучит мой старец. Именно звучит, а не говорит со мной. Ибо мир духа, в который он перешел, звучит не словом, не предложением. Он слышится, как короткая, очень убедительная истина. Я есть. И теперь более объективно, убедительно, чем раньше. И я с тобой. С тобой и со всеми вами одновременно. И больше никакого изменения. И так будет всегда. Моя любовь к вам перешла все человеческие границы, ибо я в Боге любви, а Он не ограничен ничем, ни временем, ни пространством, никаким изменением. Помнишь слова апостола? Любовь не перестает. Чадо, ободрись, я с тобой. Хотя ты еще ограничен в восприятии меня нынешнего, но придет время, и мы встретимся вновь. И тогда ты не спросишь меня ни о чем. Потому что там нет вопросов. А теперь не расстраивай меня своей печалью. Улыбнись и почувствуй мою улыбку к тебе навстречу. Чадо мое, возлюбленное, во веки веков. Аминь.